Во Владикавказе прошла международная научно-практическая конференция «Костах и Тагуров» в контексте современного образования. Она посвящена 162-й годовщине со дня рождения классика остинской литературы. В конференции приняли участие ученые, преподаватели вузов, педагоги, студенты, а также учителя осетинского языка и литературы из Южной Осетии. Работа прошла по нескольким направлениям. В частности, изучение творчества Костаха и Тагурова в школах и подготовка учителей осетинского языка и литературы. Конференция организована Северо-Остинским республиканским институтом повышения квалификации при поддержке Министерства образования и науки республики. У нас работают три секции. Секционные заседания проводятся по трем направлениям. Первое из них – это теория вопроса, второе – это методика, и третье направление – это использование произведений Коста в воспитательно-образовательном процессе в дошкольных образовательных организациях. В рамках конференции особое внимание уделили и драматургии Костаха и Тагурова. На протяжении длительного периода именно драматургия считалась периферийной областью его творческой деятельности. И это мнение было тенденциозным. Оно было предопределено тем, что Коста была создана только одна завершенная пьеса «Дуня». Кстати, многими исследователями на протяжении длительного периода эта пьеса была признана как слабой. Да? Но мы должны понимать, что не может рукой гения быть создано посредственное произведение.